Всем привет! Сегодня бритье такой бритвой. Прислали ее на заточку. Кадман и сыновья. Бритва Hollow Ground. Узенькая, рукоять целлулоид. Вот. Ну, интересная вот на клинке интересная надпись. Но я уже показывал. Похоже, бритва именная. Видно надпись. Также сегодня использую, как всегда, прораса, пришейф, мыло, табак, кабанчик, силвер тип, барсук от Мюлли помазок. Ну, сегодня уделю побольше внимания взбиванию пены. Там как бы не то чтобы замечания, а советы, вопросы задают, почему я пену плохо сбиваю. Ну, вот как бы не спец по пене, что-то я не уделяю должного внимания. Ну, буду стараться, конечно, научиться правильную пену делать. Thank you.
Итак, Бенгал Канман. Ну, что я могу сказать? В принципе, побрился так вот, достаточно чисто тоже. Ну, какого-то суперкомфорта не было, не знаю, вот эти холограунд, узенькое очень, как-то для меня немножко непривычное, то ли легкое, вот. Ну, не знаю, так, ну, побрил, в принципе, ничего так. Вот, ну, не знаю, сколько дать баллов, 7 или 8 из 10. Вот, ну, баллов 8, наверное, можно дать. Какого-то, сказать, жесткости нет, достаточно так мягко сталь. Ну, нету чистоты такой. Как-то вот легкая, ее тащить надо. Может быть, немножко надо было больше угол делать под углом. Не в смысле угол наклона к коже, а вот угол при ведении самому. Но вот эти вот под углом, это очень полезно, конечно. Ну, надо очень четко учиться. Здесь один промах, так порезаться можно, там это очень серьезно. Поэтому польза-то большая, но очень аккуратно нужно вот эти вот движения под углом делать. Если вы хотите вот так вот более мягко, более четко срезать волосы, вот, конечно, это под углом делается, но очень аккуратно. Чуть-чуть бритва пойдет параллельно вот так своему движению. Вот. И такой порез будет мощный. Очень аккуратно. Так, ну все. Так, отправляю бритву хозяину. Все, всем пока. До новых встреч.